Ты пришел потешаться надо мной? Или действительно хочешь что-то купить? Are you a merchant? А ты сообразительный. Покупай или убирайся. Why are you in such a bad mood? Потому что никто тут не принимает меня всерьез. Aren't you a demon hunter? Моя семья принадлежит древней династии охотников на демонов. Поэтому я тут не нужен. Все говорят, оставь меч дома, занимайся своими цифрами. Я покажу им, на что способен. Can you sell me something? Конечно, я могу что-то тебе продать. Но сперва ты окажешь мне услугу. What do you want? Слушай, я хочу, чтобы ты нашел пожирателя мира и принес его сердце. Мне нужно 300 булыжников разрушения из вулкана смерти. Еще я хочу, чтобы ты поднял проклятое сокровище капитана Кровавый Клинок из глубин океана. И, наконец, мне нужен глаз дракона. Anything else? Шутка. Это все просто старые байки. Может, пожирателя мира вообще не существует? И сокровище капитана Кровавый Клинок тоже легенда. Эй, я же деловой человек. Конечно, я продам тебе товары. Тебе не придется ничего для этого делать. Show me your goods. С удовольствием. Ты не из моих людей. Каков твой флаг? I don't answer to anyone. Тогда ты будешь завербован принудительно. Hang on. That's not as agreed. Обычно я не терплю возражений. Позволь, я разъясню тебе наш уклад. На кого бы ты ни работал, приказы отдаю я. Этот остров — колония Инквизиции, а я здесь губернатор. What are you doing here? Пришлось перегруппироваться. В итоге Высший Совет решил отправить на разведку несколько экспедиций. Мы хотим найти новую территорию, но этот проклятый кусок суши сводит нас с ума. How did you find this island? Случайно. На картах его не было. Однажды наш компас сошел с ума, и мы попали в туман. Потом, к нашему огромному удивлению, мы нашли этот остров. Он так хорошо спрятан, что отлично подходит для наших целей. You having trouble with this island? Да. Мои люди обеспокоены. Они говорят о пожирателях душ. Мне кажется, что это всего лишь сказки. Но ты все равно разберись. Это поднимет боевой дух. Столкнешься с этими чудовищами, убивай их без колебаний. What are your men saying about the Soul Eaters? А что они могут говорить? Они считают их магическими существами, возникшими из тьмы. Говорят, они питаются душами мертвых. Бред! Простых людей легко сбить с толку. Современная магия — это набор трюков, фокусы. About your Soul Eaters. Didn't you entrust Ventura with this task? Поручил. Но сам видишь, что у него вышло. Для решения этой проблемы мушкета маловато. Where should I look for them? Я отправил в разные стороны отряды. Но никто из них не вернулся. Может, они наткнулись на этих тварей? Будь внимателен. My help will cost. А как же? Тебе заплатят сполна. Для захвата этих земель Инквизиция не пожалеет ни денег, ни сил. В случае успеха, и этот остров ты покинешь богачом. I'll take care of them. Хорошо. Я не потерплю пустой болтовни в отряде. Трусость — враг дисциплины. Сообщи, когда выследишь этих тварей. Do you want news? Я слушаю. I think there's still one on the loose. Ну хорошо, возвращайся, когда устранишь угрозу.